чарты, как сказать, которые стоят возле автовокзала. Ну, просьба обратить особое внимание, может дать доручение кому-то, департаменту контроля, чтобы целесообразность этого и насколько безопасно. Но на парковке находятся аттракционы. Это, конечно, ни в какие ворота, это даже не сочетается вообще никак. И более того, дать может поручение торговому... Разрешение мы не давали? Дать доручение архитектуре или торговому управлению разработать места для таких вот лунопарков, для цирка, для еще каких-то развлекательных целей. То есть, ну, то, что там делается, это не совсем... Сейчас нами был подготовлен список администрации всех районов, дали свои предложения, они несколько раз менялись. Список сейчас уже согласован, последние предложения там уже идут запрещающего характера, поступили, чтобы на Советской, на Соборной, на пешеходных зонах запретить аттракционы, которые опасны, то есть это машинки электрические, то есть то, что сбивает пешеходов. Это последнее уточнение. А то, что возле полосы. Мы определили места, и есть это место, нет, этого, нет, это не входит. Нет. Это территория, прилегающая к Вилмарту? Нет, но есть целевое назначение. Это парковка. Да? Да. Но как на парковке можно ставить аттракционы, где ходят люди, идут в супермаркет и ездят машины. Выбегают дети, выходят люди, но это ж как город может на эти вещи реагировать? Давайте доручення тоді, може, дійсно дамо управлінню архітектури і управлінню контролю нашому департаменту, щоб вони це питання розглянули і прийняли відповідне рішення чинного законодавства. Дякую. Ще запитання. Дякую. От імені двох СМД, граничащих по вулиці Шосейна, угол Галини Петрової, просьба виясніть причину стояния на протяжении 15 лет уродливого забора на месте, ну, скажем так, коммерческой организации, занявшей цокольный этаж, девятиэтажки. И уродливый забор, который ну, просто ну, не коррелирует ни с какой архитектурой на видном пятачке. Мы разбирали этот вопрос, когда разрешали торговлю на праздники религиозные, на Пасху. И вот очередной раз собираются бомжи, распивают спиртные напитки под этим забором. Металлический забор, который стоит 15 лет. Или благоустроить, если им принадлежит земля, просто благоустроить. Если нет, адрес здесь... вы записали? Да, я записал адрес. Давайте тоже, я в доручении принимаю это задание, и на наступном вербункоме...